Когда вы рисуете, вы постоянно отслеживаете эти стадии. Первое, говорите вы, мне нужны вначале правильные пропорции. Второе, что я должен обязательно сделать, построить систему глубины и ритма. Третье, что я должен сделать, определить тон, который находится в этой части. Четвертое, что я должен сделать, определить метр и ритм повторяющихся с тем по отношению к белому пятну или к черному пространству. И оказывается, что все эти стадии, их можно перемешать, и вы должны их постоянно отслеживать на любом моменте. То есть вы не можете абстрагироваться и говорить, сейчас я буду только штриховать, сейчас я буду только ритм ставить, потому что ритм вы ставите в момент, когда пропорции закладываете. Когда вы закладываете глубину и пространство, вы думаете о свете и тени, потому что именно свет и тень дает вам ощущение глубины и пространства. Если вы это все отслеживаете, рисунок становится очень гармоничным структурой.